Короче, впечатление у нас, мы в этом здании нет сторонников Путина. С самого утра мы только и слышим, что мы дураки и поддерживаем Путина, когда все в стране плохо. Я в шоке, я не понимаю, в чью администрацию я приехал. Клянусь, я не понимаю. Ну да. Ситуация не из лучших. Критическая. И все равно, нет. Критическая. Но мы все равно будем стоять на своем. Вот какие выводы мы должны делать? Вот все над нами тут хихикают. Все работники, понимаете? Мы поддерживаем Путина, они нас считают сумасшедшими. Какие, они говорят, как вы можете поддерживать против? Путина, если у нас все в стране плохо? Ну, вот. Тут же написано, администрация. Да, администрация, да. Путина. Да. Но почему они тогда так относятся? У меня мозг уже сломался за 2 дня. Я не могу понять. А у меня что, нет? Я что, не человек или что я? Нет, если мы пришли администрации Навального, понятно. Да. Все понятно. А тут непонятно. А здесь непонятно. Да. Вот человек сейчас в скорой помощи, да, вот его обследуют, да, вот Зинаида Павловна. К сожалению, вот мы ее не уберегли. Ну. То есть люди приходят к Путину и без помощи. И все, что им могут предоставить, это карета скорой помощи. Только карета скорой помощи. Вот и все. Понимаете? Вот и все. Чья? Это администрация, Михаил Александрович. Я не могу понять. Написано, там написано, президента Российской Федерации. Может, у нас президент сменился? А может быть, а может мы не быть, знаем. Может быть, у нас сменился президент? Может быть, мы не знаем. Вы за кого голосовали? За Путина. Я тоже. Ну, мы не знаем. А мы не знаем, за кого они голосовали. Так может быть, он метит на место президента. Может быть. Я не знаю, и поэтому выгодно ему не принять нас. Он к нам так и не может выйти. Забрали, там сдали, а подождите, мы не можем это решение принять. Да кто тогда может принять, если он здесь? Они пользуются, что мы с вами не найдем Путина. Вот этим они пользуются. Так они закрывают нам дорогу. Дорогу закрывают, они нас не пускают. Вы не понимаете, мы единственные настоящие сторонники Путина в этой стране. Но мы не можем добиться. И они над нами смеются, понимаете? Вот и все. Какие выводы надо делать? Значит, выводы будем делать. Вот будем до конца. Наш президент уверен, понимаете, что его администрация работает на него. Они не работают на него. Почему они вбивают в клин между народом и нашим президентом? Значит, это выгодно. Метит на его место и все. Что еще может быть? Нет, пришли делегаты, приехали, вот, просим помощи, у нас общество помощи многодетным, малоимущим, они закрыты. Вы сторонники это, Путина? Они вообще... Закрыть? Как закрыть? Вот так. Нет, да, сказали, что мы... Справедливость, да? Как это? Мы какое общество? Где помощь? Как нам, давайте подумаем, как нам донести Владимиру Владимировичу. Ну как донести? Надо приходить опять сюда. Мы говорим, на нас напали в Краснодарском крае. Группа людей, которые против Путина работают. Мы приходим с этим в администрацию, и они нам отказывают. Как нам теперь сообщить Путину, что ему угрожает опасность? Опять приходить и идти к Путину? Как? И все говорят, идите в администрацию. Ну мы добиваться, пришли. Будем добиваться до конца. Все равно. А лицо мы... Путин? Да она не дает.